Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я решил сделать здесь для вас подсъемку, и сейчас я вам расскажу, что будет в этом видео. В этом видео я покажу целых два нереально крутых фокуса с картами, которые не требуют никакой подготовки. Вы просто берете и показываете фокус. Кстати, один фокус я вам покажу сейчас здесь, потому что в квартире его заснять нереально. То есть для этого фокуса нужна большая территория. Но я уверен, что этот фокус вам понравится, потому что многие меня просили, чтобы я снял именно этот фокус, который я вам сейчас покажу. Ну и, конечно же, второй фокус я вам уже покажу в квартире. Два крутых фокуса, поэтому прямо сейчас ставьте лайки, пишите комментарии, ну а мы погнали обучаться. Итак, для этого фокуса мне нужны два туза. Смотри внимательно. Два туза. Я так буду пролистывать, и мне скажут где-нибудь стоп. Это у нас валет крести. Окей, валет крести вперед и уйдет примерно куда-то в центр. У меня остались здесь лежать два туза. Смотри очень внимательно. Туз шетус буби и туз черви. Да? Возьмем вот так вот их. И между ними появляется одна единственная карта. Это карта зрителя. У меня есть кода карт, здесь все карты разные, здесь одинаковые. Возьми коду, проверь, сам тщательно-тщательно перемешай. И давай мне коду обратно, я сделаю вот такую вот врезку, самую обычную врезку. Никаких секретов нигде нет, все по-честному. И вот так вот согну нашу колоду. Смотри, я так сейчас буду пролистывать, и ты мне скажешь стоп, когда захочешь. Давай, например, вот здесь. Забавь эту карту, и она мне больше не нужна. Смотри, у меня в кармане есть вот такая вот карта, это на самом деле патрон. Я возьму и вставлю этот патрон в магазин. Далее я так вот прицелюсь и стрелю. И одна карта вылетит. Далее я вытащу магазин. Это карта зрителя. Итак, ребята, вот и обучение на этот действительно очень классный, простой фокус с картами. Многие меня просили, чтобы я обучил именно этому фокусу, поэтому, ребята, вот специально для вас обучение. Выберите колоду карт, в принципе, может быть абсолютно любая колода, и вы должны достать одну единственную карту, которая будет играть роль патрона. В моем случае это Джокер. Я беру Джокера и кладу в карман. Все. Больше мне он не нужен. Далее я беру колоду карт, даю ее зрителю. Зритель на самом деле тщательно перемешивает. Далее мы забираем у зрителя колоду, и наша задача поделить колоду пополам и сделать врезку. Бум, все. То есть мы делаем идеальную врезку. Если вы не умеете делать идеальную врезку, то у вас этот фокус не получится. Поэтому берите и учите, тренируйтесь делать идеальную врезку. В принципе, делать идеальную врезку легко, она по сути делается автоматически, если вы поняли, как этот процесс происходит. Если вы не поняли, как этот процесс происходит, возьмите, поймите, и у вас будет получаться. Ладно, это был все, конечно, прикол. Вот, вы взяли, сделали врезку, и что вы делаете? Сейчас у вас такая ситуация, что у вас вот эти вот карты лежат сверху, да? То есть у вас верхние стопочки карты лежат сверху. Поэтому берете вашу эту всю колоду, вот так вот перекручиваете, чтобы у вас сверху были карты под какими-то картами, короче. Я понимаю, сложно объяснить, но я думаю, вы поняли, что я имею в виду. И далее вы вот таким вот образом просто сгибаете вашу колоду. Все. И у вас, получается, получился вот такой вот прибор. Да? Ну, я думаю, понимаете, что это прибор. Далее вы говорите зрителю то, что, типа, смотри, я сделал вот такой вот прибор, и я вот так буду пролистывать, и ты мне скажешь стоп, когда захочешь. Зритель говорит окей. То есть вы берете, пролистываете, вам говорят здесь стоп. И когда вы показываете эту карту зрителю, то есть что у нас 5 пики, так плохо видно зрителю, поэтому прям сильно отгибаете, и в момент, когда вы отгибаете верхнюю часть, у вас автоматически отгибается нижняя часть. Вот. И вы вот сюда вот ставите ваш мизинчик, и все, и держите его до конца. А здесь у вас все получается замешалось. И по сути зритель понимает, что вы не знаете, где его карта, но у вас здесь стоит брейк. Это очень важно. Далее вы говорите, окей, смотри, я достану из кармана одну карту, на самом деле это патрон, и вы вставляете именно эту карту, этот патрон, именно там, где у вас брейк есть. И сейчас, если вы резко задвинете эту карту, вот, я буду медленно показывать, у вас карта зрителя вот так вот автоматически вылетит. То есть это карта зрителя. Но если это сделать быстро, карта как будто вот так вот вылетает. И на самом деле это выглядит очень прикольно, очень так стилизовано, поэтому, в принципе, данный трюк я считаю
нужно показывать людям. Мало кто, хотел сказать много. На самом деле мало кто показывает данный фокус. Поэтому, ребята, можете спокойно его брать и показывать, потому что этот фокус мне еще никто никогда не показывал. А поверьте, мне очень часто люди подходят и показывают какие-то фокусы. Вот, я такой вот везунчик, да. Я, когда иду по улице, ко мне подходят разные люди и говорят, типа, чувак, давай я тебе покажу фокус. Я говорю, ну давай. И смотрю какие-то фокусы. Поэтому мне есть с чем сравнить. Ребят, берите, тренируйте фокус. Итак, ребята, вот и обучение. Надо действительно очень простой, шикарный фокус с картой. А для этого фокуса вы сначала должны определиться с картами, которые будут искать карту зрителя. В моем случае это два красных туза. Что вы делаете? Берете и кладете два этих красных туза лицо к лицу. То есть вы можете теперь подойти к зрителю, сделать какой-то веер, перемешать, разумеется, с контролем, да? То есть вы всегда контролируете верхнюю стопочку. По сути, есть очень много способов, как контролить верхнюю стопку. Много из них вы знаете. Секретные способы я пока что вам рассказывать не буду, потому что, ну, как бы, зачем, да? Дальше мы берем и проявляем наши два туза. То есть это может быть либо топ-шот, либо вот такое вот проявление. По сути, в принципе, много тоже есть разных способов, как проявить две карты. Я же люблю делать через топ-шот. Окей, взяли, проявили два туза. Все. После этого мы берем и эти два туза должны поставить на брейк. То есть мизинчиком мы читали раз, два. Есть. После этого, когда мы хватаем нашу коду в правую руку, мы здесь переподнимаем вот эту верхнюю часть с помощью брейка и подставляем вот сюда наш мизинчик вот таким вот образом. И здесь держим вот таким вот образом. То есть, по сути, сейчас у нас два туза держатся вот в таком вот положении. Окей. После этого мы делаем дрибл, нам говорят стоп. Сейчас мы делаем один очень интересный пас. Берем вот таким вот образом, переворачиваем эту карту зрителю. Это 8 пик. И в этот момент, когда мы переворачиваем, мы сбрасываем все, кроме тузов. Потому что мы два туза держали нашим мизинчиком. То есть, в принципе, это очень легко. Еще раз, два туза на брейке. Далее взяли его в такой вот брейк. Стоп. Сбросили. Да, то есть в моменте мы берем. Сбрасываем, пока зритель смотрит на свою карту. А, зритель этого никогда не замечает. Это реально рабочая штука. Позже чем мы вот так вот эту колоду карту переворачиваем. И в моменте приподнимаем какую-то часть карт. И делаем уже обычный дрибл. Стоп. Раз. Дама пик зритель запомнил. Оп. Все. Карта зрителя потеряна для зрителя. Далее показываю, смотрю, у меня есть два туза. И сейчас ваша задача эту карту поставить на брейк. Либо вот таким вот способом, либо же опять мизинчиком просто отсчитать. В принципе, здесь не важно. Взяли, бум, поставили на брейк. И показывайте. То есть у меня есть туз и еще один туз. Поднимаете три карты, то есть туз-туз и карту зрителя. И показываете, посмотри, у меня есть туз, что это у меня, туз-буби, да? И сдвигаете его пониже. И сверху кладете туза-черви, вот так вот. То есть, как бы, понятное дело, что он вот так вот не разъехался, да? Я образно говорю, что просто кладете сверху. И вот так вот дальше уже его чуть-чуть опускаете. И сейчас у вас вот такая вот ситуация. Два туза, и между ними уже карта зрителя лежит. Но вы создаете иллюзию того, что у вас два туза, и ничего между ними нет. Разумеется, вы когда так вот делаете, вы приподнимаете всего лишь одного туза. Второй туз у вас лежит здесь. И вы здесь придерживаете указательным пальцем карту зрителя. Потому что если вы не будете придерживать, карта зрителя сразу так вот выскочит. Это уже плохой фокус. Поэтому вот так вот взяли, приподняли, и дальше вы просто отпускаете, и карта зрителя автоматически вот так вот проявляется. Сейчас камера слишком наклонена, то есть это не взгляд зрителя, но вот, типа, как-то так это получится для зрителей. Но поверьте, я когда показываю это для зрителей, они все всегда прям в восторге, потому что это реально очень круто.